В субботу и воскресенье состоится чемпионат мира в дисциплине Formation Mixed. Мужчины и женщины. Первенство мира в дисциплинах Formation Mixed, юниоры и юниорки, а также еще целый ряд профессиональных турниров. В соревнованиях примут участие сильнейшие пары и команды со всех уголков планеты, в числе которых победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы по акробатическому рок-н-роллу. Вход в ледяной куб свободный для всех желающих. В субботу с 10 до 15 часов, в воскресенье с часу до 4.